Всю страну будоражат домыслы о причине смерти 6-летних братьев-близнецов из Рудного. Пока убитые горем родители ждут результатов экспертизы, в интернете появилась версия, что мальчики скончались от конфет с наркотиками, которыми их якобы угостил незнакомец на улице. В полиции сообщили, что информация об отравлении наркотическими веществами не подтверждена. Однако местных жителей это не успокоило. Разные слухи ходят. WhatsApp начали распространять аудио о том, что дети якобы выпили какие-то таблетки. Страшно, конечно. Мы все в шоке. Родители стали еще внимательнее следить за своими детьми. Трагедия произошла 13 октября. За день до смерти близнецов на скорой доставили в больницу с симптомами тяжелого отравления. На следующее утро их состояние улучшилось, детей выписали. Однако 12 часов спустя 6-летних братьев не стало. В больнице, где лежали малыши, перед смертью разводят руками. Мол, на момент выписки их жизни ничто не угрожало. Врачи объяснили матери, что у близнецов надо будет держать под наблюдением несколько дней. Она сама настояла на выписке, потому что она не лежала в больнице с детьми. Токсикологическая экспертиза покажет истинную причину смерти 6-летних Амира и Ильяса. Ждать ее придется как минимум 2 недели.